провести в последний путь выдающегося футболиста «Спартака» Федора Черенкова пришли около 15 тысяч человек, сообщили в пресс-службе клуба. Гражданская панихида прошла в спартаковском манеже в Сокольниках. На нее пришли действующие и бывшие футболисты, болельщики и спортивные деятели, в том числе президент Российского футбольного союза Николай Толстых, главный тренер «Спартака» Мурат Якин, футболисты сборной России Александр Кержаков, Сергей Игнашевич, Артем Дзюба, Артем Ребров, Денис Глушаков, Сергей Паршевлюк, бывший капитан «Спартака» Егор Титов и многие другие. Футболист скончался на 56-м году жизни в ночь на 4 октября после продолжительной болезни. Похороны пройдут 7 октября на Троекуровском кладбище.